Всем привет, ребятки! Вот и к нам осень пришла. Видите, уже листики красные, на некоторых деревьях желтые, но трава еще зеленая и очень тепло. Выдалось у меня 2 свободных часика. Далеко не поедешь, но вот на ближайшую горьку сходить можно попасть. Вот цветочки цветут. Красиво. Ладно, пойду наслаждаться природой. И надеюсь, что-то выкопаю интересное. Да уж, заросло тут все конкретно. Ну, какая-то тропиночка. Сейчас попробуем. Может, найду какую-нибудь поляночку без травки. Надо же где-то поискать. Жарковато сегодня. Придется даже кофту снимать, ребята. Ну что ж, попробую вот здесь где-то найти какую-нибудь лысую поляночку. Ну, земля тут, конечно, каменная. И, похоже, попал первый толковый сигнальчик. Ну, сначала попало вот таких 2 мусорных сигнала. Я их вам не показывала. Но вот такую монетку просто грешно не показать. Серебряная монетка. И, судя по гербу, это Филипп IV. Ну, дома посмотрю. Опс, упала обратно. Дома помою и вам покажу. Приятная находочка, очень приятная. Вот в такой ямке была, вроде как и не очень глубоко. И совсем близко от города. Вот, смотрите, жилой микрорайон. Так, монетку спрятали, ямку закрываем. И идем дальше копать. Ну вот, а этот цветок обычно вешают баски над дверями своих жилищ. Говорят, он защищает от разных проклятий, от разных несчастий и так далее. Существует древняя легенда по поводу этого цветка. Ну, потихоньку, помаленьку я вот добралась уже до другого края горочки. Лысых мест без травки мало. Ну, ищем. И, как назло, под самым камушком попался сигнал. Оказалась вот такая гильзочка. А может, это вообще целый патрон? Точно? Ребята, патрон целый. И под самым камушком был. Вот такие немаленькие, скажем, камушки. Вот лопата. Вот такая находочка прикольная. Берем для нашего коллеги, который любит такие вещички. Интересненько. Так, замаскировала ямку, можно идти дальше. Вот на такие штуки, ребята, когда-то давно здесь ловили птиц. Вот такая штукенция лежала на краю. Ха, прикольно. Когда-то давно мы не знали, что это такое. Потом я пошуршала в интернете, поискала. Но это было на первых порах, когда мы только приехали в Испанию. Вот такая штука для ловли птиц. Да уж, выбралась я, конечно, поздноватенько сегодня на коп. Но не было времени раньше выйти. Ну, 1,5 часа тоже хорошо, ребята, не отходя от дома. Вот он, результат за 1,5 часа. Находочки приятные, в смысле монет. Помою и покажу вам. Надо поспешить до нашего дома еще немножко, потому что если солнышко совсем за горку уйдет, будет темно. А тут даже тропинки нет. Ладненько, бегу домой. Ну вот я уже дома.
Вот находочки за полтора часа возле самого города. Мусора, согласитесь, совсем немного. Вот такая какая-то ерунда. Заклепка. И вот это от охотничьего патрона. Это гильзочка. А это вот такой же патрон, наверное, целый. Ну, я не разбираюсь в этом. Скорее всего, думаю, что это холостой, не знаю. В общем, водичку их помоем. И коллеге нашему, любителю таких вещей. Так, из монеток. Вот эта старенькая монетка Моровиди. Какого короля не видно. Ладно, ребята, пускай помокнет. Потом помою, покажу. Это тоже монетка. Вот не знаю, Карлос или тоже Филипп IV. Товарищи, Филипп IV, по-моему. Ну да, тоже Филипп IV. Шикарная монетка. Такие вот квадратные монетки только в Наваре делали, и они довольно высоко ценятся. Так, ну это серебрушка. Тоже Филипп IV. Ладно, ложу, пускай все моется. И потом, когда помою, вам покажу. Процесс очистки пошел. Надеюсь, почистится хорошо. Ну вот, пока я чай попила, монетка более-менее почистилась. Словно явно видно, что это пол реала Филиппа IV, 17 век. Ой, фокусируйся. Пол реала или 17 моровиди. Вот такая монетка. Симпатичная, серебряная. Приятно. Это почистилось. Рельефчик живенький, нормальный. Все-таки это действительно Филипп IV. Монетка пойдет на продажу, поэтому я ее ничем не покрывала и ничего с ней не делала. Даже немножко зеленого оставила, иначе у нас здесь она не продастся. Ну, а вот эту монетку надраила, потому что она останется у нас в коллекции. Это Филипп III. Он правил до 1621 года. Я ее начистила вот такой пастой. Монетка в очень хорошем сохранчике. Суперская. Видно 1600, непонятно какой год. Ну, я же говорю, он правил до 1621, и обычно дату не печатали с датой, поэтому оставляю в коллекцию нам. Это 4 Карнада или 1 Моровиди. За него когда-то можно было переночевать в гостинице, вернее на постоялом дворе, покушать, переночевать. Вот такая монетка.